Будьте прокляты 130-бпмные треки. Да, практически любой трек, который исполнитель решил написать в 130 бпмах, мапается весьма затруднительно. Я не буду говорить за профессиональных мапперов, которые замапают все что угодно, только попроси. В данный момент я говорю именно о себе, который взбрело в голову замапать трек, а он оказался 135 бпм, и пришлось обращаться за помощью к высшим силам. Всем доброго времени суток, с вами Сва, и сегодня я хочу рассказать о карте, которую я мапала в коллабе с владельцем канала aboutall.info, и это был явно не спидран маппинг. На эту карту мы вместе потратили больше 30 часов. Да-да, больше 30 часов суммарно. Доктор помог мне с ритмикой, и даже ему она далась непросто, хотя опыт маппинги у него гораздо больше моего, и мапает он уже достаточно давно. Потом я сделала паттерны, и вот карта наконец увидела свет. Почему же я выбрала именно этот трек, спросите вы? Все началось с аниме под названием «Клинок, рассекающий демонов», который очень запал мне в душу, и потом я узнала о Сати Акуре, которая делает русские каверы на многие треки. И когда я наткнулась на кавер под трек, связанный с этим аниме, я, конечно же, захотела сделать под него карту в Осу. Поискав карты на официальном сайте Осу, я поняла, что только сама могу помочь себе, и в итоге замапала карту под этот трек. Спасибо большое владельцу канала aboutall.info за этот замечательный коллаб. Без тебя я бы точно не справилась с этой картой. А вам я предлагаю посмотреть на финальный результат. Надеюсь, карта вам понравится. Всех люблю, обнимаю, всего вам хорошего, никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. Мир вам! Не может быть.